В их выступлениях мы видим не только их талант, но и любовь. Сегодня они готовы доказать, что им по плечу любые жанры. Давайте убедимся в этом все вместе. Фатима Искандарова и Вахид Алиев. У них очень необычная энергетика и разный тембр голоса. И они вот этим разным тембром дополняют друг друга, делают красивое шоу. Они еще и сами авторы. И это очень важно, когда артист – душа собственной музыки. Мы познакомились на выступлении. Так получилось, что мы пели вместе. После этого познакомились, начали общаться. Мы нашли друг друга благодаря искусству. На полуфинал мы подготовили произведение нашего любимого артиста Андреа Бочелли. Его знают все, это знаменитый оперный певец. Мы с удовольствием слушаем его произведение. Когда мы разбирали эту песню, мы поняли, что она нам очень подходит. Она нам очень понравилась, а когда мы поняли смысл слов, еще больше захотели исполнить ее. Довольно быстро выучили. У нее очень подходящий смысл. «Я живу для тебя». Мы бы хотели, чтобы все молодожены могли пройти через сложности вместе, понимали друг друга и наслаждались друг другом, чтобы стремились к будущему вместе. Наша сегодняшняя песня именно об этом. Я желаю вам получить первое место и вернуться в Узбекистан с победой. Мы все в вас верим и молимся за вас. Удачи вам! О, спасибо большое за такое поздравление. Пусть у Бабурджона все будет хорошо. Он всегда с нами. Это наш брат. Спасибо. В воздухе уже царит любовь. А все потому, что на сцене они. Встречайте, Фатима Искандарова и Вахид Алиев. Vivo per lenta quando sai la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mentre da dentro c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non io penso. Soffri un po' ma almeno io vivo. I can hear me. Vivo per lei dentro l'hotel. Sampun di pensan. Vivo per lei le vortice. Attraverso piano forte la morte lontana. Come me hanno scritto in viso, io vivo per lei, io vivo per lei. Sopra un pallo contro duro, sono sotto.
Vivo per lei, per Corama. Io non ho altra vita uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Ваша любовь заполнила нашу сцену. Спасибо. Понравилось большое вам выступать в полуфинале? Конечно. Мне кажется, у вас сегодня все с точки зрения исполнения выбранной вами песни удалось. Видно, как вы напитываете друг друга творческой энергией. Я, честно признаться, с самого начала ждал, когда вы уже встанете совсем вместе, вот рядом. Но в итоге в конце это произошло. Вот так, да. Было бы очень круто, если бы вообще всю песню вот так пели. Ребята, браво. Спасибо. Спасибо за ваши добрые пожелания. Песня непростая. Все-таки Андрей Бочелли – это планка, как сказала Селин Дион. Если бы Бог умел бы петь, он пел бы голосом Андрея Бочелли. Поэтому, дорогой Вахид, ты взял такую большую, ну, в смысле, на себя такую ношу, да, спеть эту песню. Он сперва пел так классически, как Бочелли. В последнем куплете он немножко дал хрипотцу такой. Эта подача мне тоже понравилась. Думаю, ну надо же, так смело. Конечно, не хочу вас сравнивать, потому что вы дополняете друг друга, но в этой песне больше как бы сердца, души, каких-то вот мелодики. Я услышал в Фатиме, она очень шикарно спела эту песню. На то и вы пара, чтобы друг друга дополнять. Спасибо большое. Вот не зря же говорят, за успешным мужчиной стоит сильная женщина. Они одно целое. Два талантливых человека. Сегодняшний номер невероятный. Сегодня вы просто представить не можете, насколько вы красиво выступили. Вы, оказывается, круче, чем я себе представляла. Спасибо вам.